Тверской области стартовала первая в стране всероссийская ярмарка трудоустройства. Она организована при участии Главного управления по труду и занятости населения Тверской области и целого ряда министерств. И нацелена на объединение соискателей и работодателей из разных сфер на одном информационном пространстве. Всего в Верхней Волжье открыты 34 площадки. В Твери ярмарка работает на территории центра «Мой бизнес» в абсолютно новом формате. Подробности расскажет наш корреспондент. Ярмарка трудоустройства будет проходить в два этапа. Первый – региональный, состоится 14 и 15 апреля. Второй – всероссийский, пройдет уже в июне. Формат – прямой диалог соискателя и работодателя. Всего 34 площадки в 28 муниципалитетах. Будут организованы на базах учебных заведений, предприятий и центров занятости. В Твери ярмарка трудоустройства проходит в центре «Мой бизнес». 71 работодатель региона приняли участие, где заявили больше 1600 вакансий различного направления, различных отраслей, начиная с промышленности, сельского хозяйства, IT-технологии. Цель не просто у подбора работы для тех, кто находится в активном поиске. Главное – помочь выстроить непосредственно профессиональную карьеру. А еще узнать максимум информации о работодателе и о вакансиях, что немаловажно. Кроме того, ярмарка – это шанс найти работу тем, кто только в начале своего трудового пути. Среди них студентка ТВГУ Милана Петрова. Уже с университетской скамьи задумывается о работе. Уже нужно смотреть в будущее, планировать дальнейшее место работы. Хочется какой-то определенности в жизни, уже на ранних этапах, опять же. Учебы даже на бакалавриате, потому что хочется стабильной работы и какого-то развития. Однако среди соискателей не только студенты, а граждане всех возрастов. Но если брать средний портрет соискателя, то, по словам Ольги Мишуниной, директора Центра занятости населения города Твери, в активном поиске чаще всего замечены женщины. Если говорить о лице безработного, который состоит на учете в Тверской службе занятости, это все-таки в нашей безработице женское лицо. Это женщина в возрасте от 35 до 55 лет, которые имеют в среднем двоих детей, имеют высшее образование и в основном это сфера оказания услуг. Планируется, что мероприятие посетят около 2000 соискателей. Кроме того, участники ярмарки смогут посетить мастер-классы, лекцию, тренинги. Особенно это касается тех, кто готов заняться бизнесом. Жительница Удомли Арина Стыдова сама когда-то, не найдя подходящей работы, организовала собственное дело. Теперь сама читает лекции о том, как строить бизнес. В трудоустройстве в первую очередь необходимо оценивать четко свои желание, что ты хочешь делать и в чем ты специалист. Если ты идешь в предпринимательство, тебя должна зажигать другая цель. Не в том, в чем ты специалист, а чем ты можешь быть полезен своей местности. Тем более, как отметила предприниматель, в этой сфере сейчас чувствуется поддержка государства. Глава региона Игорь Рудени неоднократно отмечал необходимость введения разного рода мер поддержки бизнеса. Важно, чтобы наши меры поддержки дошли до всех предпринимателей, чтобы они чувствовали нашу помощь. Тверская область должна развиваться. Напомню, что в Тверской области реализуется целый ряд мер поддержки бизнеса, в том числе на базе центра «Мой бизнес», где проконсультируют, помогут оформить все необходимые документы для получения субсидий, в том числе помогут и начинающим предпринимателям.